Всем привет, это мое первое видео. Сегодня я вам буду рассказывать про iPhone 4, предыдущую модель фирмы Apple. Ну, давайте приступим. Как вы можете увидеть, перед вами черная модель iPhone 4S. Это мой старый телефон, но до сих пор он хороший. Давайте его разблокируем, откроем. Вот так вот он выглядит. В нем довольно много программ. 64 гигабайта, много программ. Его главное преимущество — это то, что он не глючит, он может насколько угодно, все очень быстро открывает, все игры, вот посмотрите, какое качество игр, мне кажется, качество камеры сейчас будет плохое, но вот качество игр, оно очень хорошее. Можно только посмотрю? Вот так вот, смотрите, мы делаем play. Все, графика очень хорошая, очень-очень хорошая графика, например, Dead Level, да. Очень хорошая графика, очень хорошая загрузка, все очень быстро. Да, вот, смотрите, какая хорошая графика. Вот. Вот так вот запускаем, все изумительно, все реально изумительно. Я вам говорю, изумительно, не из-за того, что я хочу iPad этот, как iPhone, сделать клевым, а я просто говорю изумительно, потому что, когда этот телефон у меня был, он мне очень-очень сильно нравился. И его графика особенная, и вот это вот все, что у него вообще, все его преимущество, это просто бриллиант. Это бриллианты фирмы Apple. Правда. Вот эта вся графика, смотрите, как это все красиво летит, бьет все. И главное, какая графика. Вот эта графика меня просто поражает, можно сказать. Да. Ну, все. Так вот. Здесь еще не только графика, здесь еще и очень хорошая, как бы, ну, сам дизайн этого телефона очень хороший. Сам вот это вот, что он очень легкий, его очень легко в руке держать. И вот, реально, как мой прошлый телефон, я его очень сильно хвалю за все, что он как бы сделал. Да, он у меня несколько раз упал, несколько раз... Короче, он вообще не разбился. Так что, ну, просто... Купите такой телефон, если у вас нету охоты покупать себе iPhone 4, iPhone 5, или, ну, или просто купите себе этот телефон, если у вас нету денег на iPhone 5. Все. Ну, и я вам рассказала про iPhone 5. Ну, это было мое первое видео, так что подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте пальцы вверх и... Пока.